наш постоянно обновляется. Вы знаете, с такой скоростью вот эти новые застройки, ну, мне есть что сравнить. Я даже помню, как этот памятник открывали, да, в четвертом классе была. И вот эти улицы, они зрительно в памяти моей все какие были, как сейчас. И как это радует. Столько всего нового, такой город. Много изменений в лучшую сторону. Приятнее стало в некоторые места посещать. Приятно, что, может быть, и люди как-то начнут на это реагировать по-другому. Больше, может, порядка будет. Приятно, когда город чистый, ухоженный.